Всем привет, ребята. Ну что, сегодня у нас будет самый, наверное, имбовый тестик. Сегодня мы будем тестить новую имбу. Даже, скажем так, не новую имбу, а мега имбу. Это у нас будет такая вот Фрея. Ну, что я могу вам сказать? Посмотрите только на статы, какие здесь статы. Это просто нечто. 30, сколько там, 34 тысячи урона, практически 35 жизни, да хренище теперь у нее, ее теперь нереально слить. Вот собрана вот такая вот сборочка, у нас можно, конечно, сюда еще и поставить панчбокса, можно разные варианты попробовать для увеличения урона, но я этого делать не буду. Грубая сила стоит, победный выпад, в снаряге она у меня прокачана на крит урон, то есть на то, чтобы она критовала почаще. Ну, в общем, вот как-то так. Сейчас я уберу смотрителя. Так, какой у меня там, надо вместо кого-то зеленого еще серого поставить, чтобы не было у нас смотрителя, и пойдем тестить. Вот так вот. Честно говоря, герой просто мега крутой стал. Ну, Фрея и так сама по себе она была очень крутая. Так, ставим сюда вот так вот, для того, чтобы у нас не было стана. И идем в рейд. Смотрим. Стрелок. Стрелок, конечно же, сейчас нам помешает. Можно найти какую-то подходящую расту. Ну, смотрите на героев, на урон. Там тоже вражеская фрейя. У меня нету отхила, конечно, к сожалению. То есть с такой жизнью ее не так просто убить. Она будет жить в 3 раза больше. У меня есть такая же сожива, я специально для этого и качнул как бы одну и ту же с разными сборками. Но это просто жесть. Насколько она крутая стала. Сейчас нас огнекрыл. Вот посмотрите, сколько огник нас дамажит. Если там взять обычную прокачку, там у нее, сейчас мы посмотрим. Вы просто по урону сейчас увидите в других локациях. Вот посмотрите разницу. Нормально тогда. Просто жесть. Ну, в основном ее использовать я, конечно же, буду на атаке фортов, на PvP локациях. Вот смотрите, Лазуликс, Досвидос. Ну, по огнику она сейчас не попала просто. Надо дождаться, чтобы форма слетела. Вот все, минус огник. Стычки практически. Ну, сейчас ее, конечно, тут сольют. Был бы отхил, она бы реально дольше. Ну, посмотрите. Просто жесть. Самое интересное веселье сейчас будет вот здесь. Я, насколько помню, здесь у этих 10 миллионов умес у дракона большого, по-моему, в районе 20. Вот она сейчас у меня должна разогнаться хорошенько, и увидите. Вот это такой урон обычный. Теперь смотрите дальше. 5,5. Пропал. Пропал. То есть урон 7400 максимально. Вот 8 миллионов обычный удар. Ребят, это обычный удар, 8 миллионов. Я не знаю, там тестировали черепа, там он бьет с расколом, там тестировали. Но это раскол, он процентуально снимает от жизни. А тут
Просто удар обычный около 10 миллионов. То есть критом она где-то в районе порядка 15к, 15-16к свободно будет выбивать. То есть такой вот дамаг. А против нее нереально, просто если нет ограничения, выдержит. Ну, просто нереально. Unreal. Вот 6 миллионов. 6. Ну, и тут убивают. Сейчас поставим ей на отхил питомца. Попробуем. Ну, как видели, 8. Я 8,7 видел, тоже урон был. Так. Можно попробовать не такую рунку, попробовать поставить вот так вот раскол. Может такой тест сделать. Ну, отхил поставим. Я не буду ставить панчбокса, потому что он все равно может сработать на голубей. Вот так. Смотрим. Два, три, четыре. Ну, как видите, урон. Урон стал как-то в разы меньше. Очень странно. Посмотрите, насколько меньше урон стал. Ну, тут еще из-за того, что у нас не все голуби вылетают, то нас станет, и она не всегда получает разгон. Давайте сейчас обратно вернем грубую силу. Будет очень интересно посмотреть разницу. И тут у нас интересно еще. Ну, это грубая, самый оптимальный вариант. Можно было, в принципе, и железку восьмую поставить, но смысла нет. В общем, так вот, дамажит она просто бешено. Сейчас мы пойдем в PvP локации, посмотрим. Так, смотрим опять последний тестик здесь и побежим дальше тестик. Да, вот видите, здесь они просто пропадают тупо. Потом 12 миллионов, но ну, это крит был. 7,5, вот сейчас получше. 6. 8, 8,3. Опять же, видите, ее немножко станет, и она не может. Вот 10 миллионов, ребят. 10 лямов. Это крит, конечно, прошел. Но так, если обычный 8 и 3, умножьте его просто на 2. Вот как-то так. Так, окей. Ну, оставляем такую же сборочку, идем на... Давайте на экспедицию. И тоже будет интересно посмотреть, что она здесь может сделать. Круче дамага, честно скажу, я пока не видел. Именно по одиночной цели. По идее, она тут их сейчас будет с плюшки раздавать все. Мы просто попробуем побыстрее это все пройти. Так, надо какого-то брейка взять. Был из Уликса. Да. Серых поставить. Чтобы побыстрее все было. Так. Смотрим. Тут она просто раздает. Тут
без вариантов. Конечно, она интересная будет именно с живой. Жива плюс пакт. Захотите такую сборку, пишите в комментах. Протестирую еще обратную. Ну, тут без вариантов просто. Давайте побыстрее пройдем. Никого пока, к сожалению, проходить. Тут немножко дальше там будет. О, ничего себе, Дрейка слили. Смотрите, какие жесткие. Зуликсом это будет быстрее. Вот отлично, уже получше противники начались. Так, смотрим. Просто жесть. 800 тысяч, это при одном или двух голубях, это просто жесть. Я в шоке. Да, с таким уроном, конечно, это Unreal какой-то. Ой, отлично. Так, стрелок. Ну, тут получше будет видно. Посмотрите, что делает. Все, она сейчас разогналась и... 6. Я офигею. Да. В общем, вот как-то так, ребят. Так, попробуем тут. Тут слабенькие какие-то противники. Чего себе, смотрите, как лазули мы ушатали просто. Красавчики. Смотритель опять есть у нас. Ну, смотритель, ладно. В общем, как видите, урона просто немерено от нее. Ну, нереально спустись, только ограничения какие-то заблокировать, застанить. Ну, как обычно у Фрейна. Если она уже включится, то уже все. Выживет только Огник там, либо Фрей. Остальных всех она рано или поздно просто зашутит. То есть тут без вариантов просто. Посмотрите, Анубиса просто там не видно. Вот это один голубь, это не максимальный ее разгон еще. Просто жесть. Я думаю, масла нету особо, видите, нету противников. Ну и здесь я так чисто ради интереса показал вам, какой же все-таки здесь будет урон у нее. Просто бешеный. Так, окей, поехали. Самая интересная аренка. Посмотрим, что она сможет здесь сделать. Это жесть, ребят. Посмотрите, что она делает.
Ну, конечно, у меня тут герои, как видите, некем просто защититься. Ну, давайте сдадим команду. Возьмем командору. И кого-то еще такого черепа давайте. Так, черепа сюда пустим, командору сюда. Поехали. Вот посмотрите, огнику не так просто ее слить. Фига себе, мой череп даже прорвался. Фрая вражеская слила. Ну блин, держится она, реально круто держится. Жесть. Давайте против этого попробуем. У меня смотрителя не было. Так, смотрим. Тут вражеские фреи. Бугимен минуснулся. Опять же камень разобьет. Ну она тут одна. Это не то. Давайте меняем немножко сборочку. Убираем. Там есть защиту от стана. И идем сюда. Поехали. Посмотрим, что она сможет сделать. А, жесть. Да при том, что у нее отхила нет. Просто жесть. Разобрала пачку нафиг. Фига себе, практически зашатали. Ну, короче, нереально, ребят. Не знаю. Очень сложно ее убить будет. Ну, тут, я думаю, она ничего не сделает против огника. Он сейчас ее обездвижит. Пусть там еще Фрей, Махатма. Да, видите. Но все равно она кого-то там слила уже. Фактически. Сложновато. Она, конечно, в такой вот суматохе, когда много героев бьют, и она один на один выходит, она не будет. Вот где-то на заднем, дальнем плане она, если включается, будет завтра атака фортов, точнее сегодня, и уже будет видно, что она сможет сделать. Заблочили ее. Ну посмотрите, ее заблочили, и все равно она нормально еще держится. Если учитывать, поставить просто Фрею и выпустить на героя, от нее вообще будет сразу пустое место. Тут еще держит урон. Есть вариант собрать ее на уклонение, чтобы она дольше держалась. Такой вариант тоже, в принципе, очень интересен будет. Но я пока ее держу ради крита, чтобы она критовала побольше. Но, думаю, переделаем ее еще и на уклон, чтобы сделать из нее мега-танка и просто не убиваем его. Вот такое, видите, то есть она в забытой одна соло, ничего не решает. Ну, как бы решает, но ее вот застанили. Все, на этом. Ну, посмотрите, что делает. Жесть. Да, мало пачек таких. Точнее, игру выдержит такие пачки. Будет разобраться с забытой, поменять все, переставить.
Так, окей. С этим разобрались. Давайте еще в рейде кого-то поищем интересного. Уже на атаке фортов в полной степени протестим. Так, что тут у нас стрелок? Да, вот единственное, что как бы может спасти, это стан, либо заблочить его. Посмотрите, сколько по нему урона проходит, офигеть. Все равно ушатало двоих. Так, ну-ка тут. Она просто шотает. Если она попадает уже, то она попадает, конечно, конкретно. А видите, надо отхил. Без отхила, конечно, это не вариант. В общем, не знаю, посмотрим. Честно скажу, просто бешеная она. Ее надо, конечно же, тестировать в пачке, потому что то, что я вам сейчас показываю, это чисто ради интереса. Но посмотрите, что она вот так вот делает. А все зависит от локации, зависит от того, какая прокачка. Ну, явный вам пример, что если она попадает уже на разгоне, то уже просто нереально от нее уберечься. Вот посмотрите, просто огник. Остался один огник, остался. Анубис там что-то пытался еще сделать. Ну, понятно. Отхила нет. Итог. Сливаются герои абсолютно все. Ну, тут не вариант. В общем, пишите комменты, что вы хотите увидеть. Есть вариант такая вот сборка. Поставить уклонение, поставить там либо утекаху, либо выживание. Можно это и утекаху поставить. И вот это вообще нереально будет слить. Ну, в общем, вариантов много. Пишите, что вы хотите увидеть. Я вам показал, что герой с бешеным дамагом. Что будет дальше, я даже боюсь представить в следующих обновах. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.